24 сентября в зале районной администрации прошла первая сессия Совета муниципального образования «Северский район». Главным вопросом на повестке дня стало подведение итогов выборов депутатов 6-го созыва. С докладом выступил исполняющий обязанности председателя территориальной избирательной комиссии Григорий Сокол. По 13 многомандатным избирательным округам решениями территориальной избирательной комиссии «Северская» от 14 сентября 2020 года выборы признаны состоявшимися и действительными. На встрече народным избранникам вручили мандаты. Всего в новый депутатский корпус вошли 40 человек. На заседании рассмотрели вопрос об избрании председателя и заместителей председателя Совета муниципального образования «Северский район». По результатам тайного голосования председателем выбран Владимир Захарченко. Со словами напутствия выступил глава района Адам Джарим. Хочу всех депутатов поздравить с избранием. Закончились уже все процедуры. Выбран председатель совета. Коллеги, вчера буквально прошла инаугурация нашего губернатора. Вы, наверное, все видели, слышали. Губернатор четко расставил все приоритеты дальнейшей нашей работы. Поэтому я призываю всех жить проблемами людей. Призываю на каждом своем рабочем месте. Призываю на каждом своем участке. Люди вам доверили. Вы выступаете от имени наших жителей. Поэтому работать, трудиться на благо наших жителей. С поздравлениями к народным избранникам обратился депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. Совершенно справедливо было сказано, что депутаты должны жить вместе с людьми, которые доверили право представлять их в муниципалитете. Хотел пожелать только одного всем депутатам избранным добрый час. Депутаты 6-го созыва будут выполнять обещания, данные своим избирателям, в течение 5 последующих лет.